Катастрофа, в которую попал Синан, шокирует всю семью Эгемен. Вся семья растеряна из-за критического состояния Синана. Хазым на глазах у всех даст пощечину Ягызу, и это обстоятельство станет переломным моментом в отношении отца и сына, и Хазан с Ягызом. Приход Кариме в больницу запутывает ситуацию. Ссора Хазыма и Фазилет из-за Кариме завязывает новый узел на большой тайне. Шаг, сделанный Ягызом и Хазан в самый неожиданный момент, вытаскивает наружу некоторые тайны, а ожидание, наполненное страхом, предрекает новые секреты. А насладиться очередной, а именно 45-й серией турецкого сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери» на русском языке вы сможете уже 28 апреля. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.